Привет, привет, мои дорогие. Ну что, пожрем? У меня вот такая красивая тарелочка. Я еще, правда, не перемешала. Это все мама прислала. У меня, в общем, салат из кальмаров. Всего по чуть-чуть положила. Все надо попробовать. Голубец ленивый. Ну, огурцы я свои порезала. Грудинку. Солила мама, коптил папа. Ну. Кто не видел давно уши? Да. Прям руками, ладно. Пришлется делиться. Она ела там. Салатик. Тут кальмары, ветчина, яйца. Как все вкусненько. Без хлеба. Обалденно. Сметана какая жирная. Густая, не жирная. Двадцатипроцентная. У меня закончился кофе. Как жить без кофе? Что-то я себе не ложила. А с кем не съем, не знаю. Хочется же всего попробовать. Еще там есть студень. Мясо прям тает. У нас дома жара. Я не закрываю окна, ну, лоджию. И не закрываю двери. Вчера вечером смотрела фильм. Я его уже, конечно, не первый раз смотрю. Мелодрама наша. Ну, называется «Нелюбовь». Прям обалденно. Там мать всю жизнь ненавидела свою дочь. Ну, до определенного, ну, в принципе, до конца фильма. Она считала, что дочка виновата в гибели ее второго мужа. О, ну, он первый был. Потому что дочка родилась не в браке. Брака, ой, сына от мужа она любила. Там не родной он ей был. Но она все время сравнивала, не давала им. В общем, ну это надо смотреть. Может, кто-то смотрел. Фильм
Мне очень понравился. Ну как нравится? Он у меня вчера выплыл на Ютубе. Прям так и называется. Не любовь. Сметанки не хватает. И мне, кстати, одна штука или две салфетки осталось. Во. Опять. Опять растраты. А мы с Юлькой. Натрескались. Но очень вкусно. Но меня уже не влазит. Я так, попозже. В тихушку. Все, всех обняла. Пока-пока, чмоки, ваша Наташа.